В Швейцарии арестовали виллу Влада Плохотнюка. По словам главы антикоррупционной прокуратуры, недвижимость, приобретенная в 2012 году, оценивается в 26 миллионов долларов. Власти рассчитывают вернуть эти деньги в госказну в самом ближайшем будущем. Я, наконец, получила ответ, подтверждение, которого очень долго ждала из Швейцарии. Вилла в Швейцарии, принадлежащая Владимиру Плохотнюку, заморожена в швейцарском реестре недвижимости. Эта недвижимость была куплена в 2012 году примерно за 26 миллионов долларов. Адвокат Плохотнюка Лучан Рогак заявил нам, что не знает, что имущество его клиента было арестовано. Стоимость виллы составляет 6% от 7,5 миллиардов долларов. Такую сумму власти оценили ущерб, нанесенный Плохотнюком по делу «банковское мошенничество». Но все же надеются вернуть эти деньги как можно скорее. Надеемся, как можно скорее продвинуться по уголовному делу, которое уже находится в суде, и по которому, если Владимира Плохотнюка осудят, можно будет взыскать ущерб, в том числе деньги от конфискованной виллы в Швейцарии. Что касается места нахождения Плохотнюка, власти заявляют, что у них официальной информации по этому поводу нет. Никакой другой дополнительной информации у нас нет. Мы просили объявить его в розыск по линии Интерпола, получили ответ, что этот запрос не будет выполнен, и на данный момент мы не знаем, где находится Владимир Плохотнюк. В июле антикоррупционная прокуратура объявила о возбуждении уголовного дела против Плохотнюка. Его обвиняют в создании руководства преступной организации, мошенничестве и отмывании денег.